В Донбассе началась разгрузка гуманитарной колонны МЧС. Ранее грузовики прошли все необходимые таможенные процедуры на российско-украинской границе. Половина автомобилей находится в Луганске, вторая часть колонны в Донецке. Там сейчас работает мой коллега Сергей Макаренко. Он выходит на прямую связь с нашей студией. Привет, Сергей. Сколько машин пришло в Донецк и что внутри? А приветствую тебя, Алексей. Действительно, в полном составе конвой уже пришел. Всего автомобилей мы насчитали 75. И вот сейчас первые 4 автомобиля с продовольствием начали разгружать. И что касается, так сказать, грузчиков, которые разгружают эти вот мешки, сейчас попрошу оператора показать, мешки с мукой, это добровольцы из числа донецких и макеевских студентов. Вот, как вы видите, они мешки все грузят на палеты, и в дальнейшем в этом же складе это все пролежит около 2 суток, после чего будет доставлено в 28 столовых для социально незастрахованных людей Донбасса и людей, которые лишились в буквальном смысле вот питания, денег и так далее. Все остальные автомобили, которые прибыли сюда, в Донецк, они привезли, нам известно, о 4 машинах, которые привезли около 60 тонн медикаментов. Также, как нам заявили в Центре управления восстановлением Донбасса, это большое количество пленки полиэтиленовой для того, чтобы перекрыть 120 тысяч квадратных метров остекления в одних лишь только школах и остальных объектах вот, дошкольного и школьного образования. А также автомобили привезли и стройматериалы, это вот в основном плиты из древесных опилок и шифер. Что касается еще машин, то нам известно о как минимум 10 автомобилей, которые провезли дальше в Донецк оборудование для восстановления и ремонта поврежденных в результате артобстрелов электроподстанций. Алексей. Спасибо, Сергей. На связи со студией был мой коллега Сергей Макаренко.